28 мая 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет об учреждении пограничной охраны РСФСР. Хотя аналогичное ведомство существовало в нашей стране и до революции. Традиционно в этот день как действующие военнослужащие, так и ветераны собираются на центральных площадях городов, либо возле воинских мемориалов. Столица Верхней Волжи не стала исключением. Сначала здесь состоялось построение перед обелиском Победы, к которому возложили цветы. Затем аналогичная церемония прошла неподалеку, возле гранитного памятника в виде пограничного столба. Собравшиеся вспоминали подвиги своих отцов и дедов, старших товарищей, сослуживцев в годы Великой Отечественной войны в Афганистане, в горячих точках постсоветского времени. Нынешнее поколение пограничников с честью несет службу на рубежах России, в том числе и юго-западных, которые теперь зачастую совпадают с линией фронта СВО. Пограничники всегда были на переднем крае. В настоящий момент пресекают проникновение бандитских групп, бандформирований украинских, наемников, ДРГ. Вот 15 февраля приезжал с СВО наш пограничник, подполковник Пулодов. Он командир гаубичного дивизиона. Был в отпуске и рассказывал, как воюет наш пограничник в том числе. То есть пограничники снова себя проявляют самым достойным образом?